Всем привет! Это снова схема сборки и сразу же неожиданная новость. В этот раз мы не будем собирать модель болида Формулы-1 вообще. Мы будем мастерить кое-что более интересное. Скажем так, эта идея витает прямо в воздухе. Мне и самому в голову она не раз приходила, но я ни разу не думал о том, что можно просто взять это и сделать. Короче, все поклонники автогонок знают, что шлем для пилота очень важен. Например, когда еще не было повсеместного интернета, я пилотов Формулы-1 знал по шлемам, порой даже не представляя, как они выглядят в обычной жизни. В общем, шлем пилота – это его визитная карточка. Вот, исходя из этих соображений, я и подумал, раз уж я увлекаюсь моделизмом и Формулой-1, почему бы мне не сделать модель шлема? Но если сделать болид, натуральную величину явно силёнок не хватит, то шлем можно взять вполне себе настоящий. Наверняка вы уже поняли, что в этот раз мы сделаем копию шлема пилота Формулы-1. Честно говоря, идея попахивает чистой авантюрой. Ведь наша цель — сделать за минимальную сумму денег нечто очень похожее на весьма дорогую вещь. Я даже не буду рассказывать, сколько стоит настоящий шлем пилота Формулы-1, но вот рынок реплик я изучил. Реплика — это и есть копия, довольно похожая на настоящую вещь. Это касается не только шлемов, но и всего на свете. Цена варьируется от 30 тысяч русских денег до безбожных тысяч денег европейских. Так что моя идея рискует оказаться весьма конкурентоспособной по цене. Осталось проверить, насколько качественно у нас это получится. Итак, давайте ближе к делу. Нам, естественно, понадобится сам шлем. Фирменный шлем мы брать не будем. Винтажный вообще днем с огнем не сыщешь, ну а современный фирмовый шлем также стоит около полусотни тысяч отечественной валюты. Поэтому за болванку мы возьмем самое дешевое творение китайских специалистов по производству абсолютно бесполезных средств защиты из пластика и пенопласта. Причем нет смысла брать новье. Я, например, покопался в объявлениях и за тысячонку выкупил вот такой вот для кого-то ненужный хлам, а для нас бесценную основу для абсолютно бесценной копии шлема пилота Формулы-1. Я немножко его уже подразобрал. Самый стандартный китайский мотошлем. Ведь мы с вами будем делать шлем из эпохи конца 80-х, начала 90-х годов. Потому что до 80-х использовались очень винтажные модели шлемов, вы их просто нигде не найдете. Ну и, честно говоря, пилоты не особо парились над раскраской своих защитных средств. Например, у Джеймса Ханта на шлеме было написано «Джеймс Хант» в стиле «Капитана Очевидности». В той же области отсутствия фантазии были окрашены шлема Ники Лауды, Грэма Хилла, Джеки Стюарта, Марио Андретти. Ну а на рубеже тысячелетий боковая защита пилотов в кокпите стала намного выше, из-за чего шлем пилота во время гонки стал виден очень плохо, в основном только его макушка. Да и сами пилоты как-то повели политику постоянного изменения рисунка своего шлема. Стали делать его ломаным, объемным. В результате, если взглянуть на подборку шлемов этого сезона, то лишь при детальном изучении можно разобраться, где чей. Да и сами художники настолько увлеклись этим делом, что современные шлемы пилотов больше похожи на картины Пикассо, повторить которую при моей криворукости ну никак не получится. Поэтому нам остается эпоха 80-х-90-х, где шлемы были хорошо видны, имели уникальную раскраску и при этом довольно-таки несложную. Наверняка вы задаетесь вопросом, чей же шлем мы будем делать. Есть много интересных раскрасок, например, шлем Жана Ализи со стилизованной буквой А, Герхарда Бергера с австрийским флагом и черным фоном, Дэвида Култарда с шотландским флагом поперек всего шлема, наконец, Найджел Мэнсел с флагом Великобритании на затылке. Но был в Формуле-1 один человек, который сыграл очень важную роль в истории этого спорта. Он как Боб Марли для музыки регги, как Виктор Цой для русского рока. Ведь согласитесь, большая часть человечества знает имя великого пилота Айртона Сенны. И уж, пожалуй, каждый настоящий поклонник Формулы-1 знает, как выглядел его шлем. Но если нас смотрят на Марсе или на Луне, то шлем Сенны выглядел вот так.
боком, замахнемся на святое и попробуем сделать из вот этого вот говна копию шлема великого волшебника. Повозиться нам, конечно, придется капитально. Визор или забрало, как он там называется, я планирую заменить полностью, потому что предыдущий хозяин, видимо, был моделистом и заклеил вот здесь виниловой пленкой. Да и сам визор в плачевном состоянии, поэтому он у нас уходит на замену. Внутри шлема я нашел вот такое вот замечательное средство защиты под названием пенопласт. Друзья мои, если вы собираетесь покупать себе мотоцикл или заняться автоспортом, у меня к вам большая просьба, никогда не покупайте вот эти китайские шлема. Поверьте, вот эта вот пенопластовая масса от серьезных черепно-мозговых травм вас никогда не убережет. Впрочем, внутреннее убранство нас не очень пока интересует, хотя я планирую заменить видимые части мягких вставок на цветные, синие, желтые или зеленые. Сенна очень любил яркие вставки вот здесь под визором, их было прекрасно видно. Вот здесь на шлеме находились воздухозаборники, я, повторюсь, уже разобрал его. Так вот, на винтажных шлемах этого ничего не было, воздухозаборники были очень маленькие, порой они были скрыты под визором. Поэтому все эти части нам придется шпаклевать, выравнивать, делать шлем практически полностью гладким. После чего всю поверхность мы зачистим, прогрунтуем и покрасим. Правда, для меня пока неразрешимым вопросом остаются спонсорские наклейки. Часть из них я нашел в интернете, можно заказать, но цены очень высокие. Поэтому я буду искать варианты сделать их самостоятельно, заказать, может быть, на какой-нибудь студии. Ну и после всего этого пролакируем наш шлем и хорошенечко его отполируем. В общем, друзья мои, подписывайтесь на канал, чтобы следить за ходом событий. Честно говоря, мне и самому интересно, что из всего этого получится. Впереди много работы, так что до новых встреч!